Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Я научу вас добавлять ссылку в истории ВК. Нам не понадобится ни кучи подписчиков, как в Инстаграме, да, там от 10 тысяч можно ссылки добавлять. Ничего подобного. Короче, сейчас быстренько все покажу. А если тебе это понравится, то обязательно подпишись на канал и поставь лайки. Я этого жду. Ну что, погнали. Заходим в ВКонтакт. И теперь нужно нам, значит, добавить историю. Но делаем это мы не вот так. Привет. Не вот так. А, ищем нужную запись. Вот, к примеру, я выложил видео недавно новое. И я хочу сделать анонс в истории. Как я поступаю? Жмем репост и вот добавить в историю. Угу. Жмем. И все, то есть я могу вот тут что-то так рассказать вам. Вот, или выбрать отсюда. Выбрать отсюда. Здесь я, к примеру, подготовил уже видео, вот это. Я там бегаю по торговому центру и прошу незнакомцев поприседать или поотжиматься со мной. Вышло очень круто, вот ссылочка, жмите и смотрите, не пожалеете. Ребят, всем привет! Вот, мы прикрепляем. Ребят, всем привет, поздравляю всех с первым. И все. Сверху у нас появляется значок записи, такая стрелочка. Это означает, что у нас будет ссылка. Опубликовываем видео, ну, историю точнее. История есть, и есть вот тут стрелочка, видишь? Вот, эта стрелочка обозначает, что у истории есть ссылка. Если мы на нее нажмем, то нас перекинет на ту запись или то видео, или, в общем, то, что вы захотите сделать ссылкой. Это у нас так будет, как бы, отображаться, да, такая стрелочка. А у людей, кто уже будет смотреть наши истории, будет именно вот так вот ссылка тут. Ну и все. Если я тебе помог, то обязательно подпишись на мой канал и поставь лайк. Спасибо. Увидимся в следующем ролике. Пока.